Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Настоящий детектив. Главные герои – два детектива. В 2012 году в штате Луизиана повторно открывается дело о серийном убийстве в 1995 году. Детективы познакомились 17 лет назад, когда началось расследование, и с тех пор вместе охотились за убийцей. Повествование будет вестись как в наше время, так и откатится назад, в середину 90-х. Безжалостное солнце. Современный Лондон. Детективы Хиггс и Ренка – партнеры и враги. Пытаются поддержать закон и защитить родных и близких. А на горизонте маячит настоящий конец света. Хиггс – продажный офицер полиции и любящий семьянин. Ренка отличается от него почти во всем – одинокая, сложная и абсолютно неподкупная. Но, несмотря на все различия, они продолжают работать вместе в ожидании Армагеддона. Шерлок. События разворачиваются в наши дни. Он прошел Афганистан, остался инвалидом. По возвращении в родные края встречается с загадочным, но своеобразным гениальным человеком. Тот в поиске соседа по комнате. Лондон, 2010 год. Происходят необъяснимые убийства. Скотланд-Ярд без понятия, за что хвататься. Существует лишь один человек, который в силах разрешить проблемы и найти ответы на сложные вопросы. Секретные материалы. Специальному агенту Дани Скалли, доктору и преподавателю Академии ФБР в Вирджинии, поручают работу в паре с агентом Фоксом Малдером над проектом «Секретные материалы», архивом таинственных, нерешенных дел ФБР, которые зачастую связаны с паранормальными явлениями, случаями вампиризма и оборотничества, нападением генетических мутантов, свидетельствами о похищении людей пришельцами. Малдер верит в пришельцев и пытается убедить скептика Скалли, что не все и не всегда поддается разумному объяснению. В своих дискуссиях Малдер и Скалли не столько стараются убедить друг друга, сколько получают удовольствие от самого общения. Постепенно первоначальное взаимное недоверие перерастает в дружбу, а чуть позже и в более глубокое чувство. Город и город. Сюжет строится вокруг расследования обычного с виду преступления, когда на улицах Бещеля окраинного городка в Европе был найден труп молодой женщины. Инспектор Порл воспринимает это дело как обычную будничную рутину, но с началом расследования инспектору приходится переместиться в соседний город, а это оказывается настоящим испытанием. Механизм. Группа следователей пытается раскрыть внутренние процессы крупнейшей коррупционной схемы в истории, однако это расследование будет иметь последствия для всех, кто к нему причастен, в том числе для тех, кто находится на стороне закона. Пуаро. Сериал 1989 года. Сериал по одноименному циклу детективных романов Агаты Кристи о бельгийском детективе Эркюля Пуаро. Преследование. Детектив лондонской городской полиции Колин Саттон выслеживает серийного убийцу. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!